Айкова. Почему в голове пустот на душе тоже, а пустота и на душе тоже? Очень нравится, что вы даете. Что мы точно знаю, работают. Я слушала с мужем, от коронавируса помогло. А потом внучка заболела, тоже включила от вируса. У нее тоже носик сухой был. А вот денег никак не липнут. Тепла нет. Дело в том, что вы сосульки. А почему пусто стало? Сосульки растаяли. Вы уже сделали много работы. Ваша сосулька растаяла. Когда в груди растает сосулька, то появляется ощущение пустоты. Пустота на душе, пустота в голове. И что теперь необходимо делать? Наполнять. Найдите, ради чего жить, ради чего радоваться, ради чего существовать. Находите в малом радостное. Это наполнит вам то место, где есть пустота. Татьяна Куриня. Мне было 5 лет. Бабушка мне говорила, что я вырасту и стану бабушкой. На что я плакала и кричала, что я не буду бабушкой. Могло это повлиять на то, что у меня взрослых сына, а внуков еще нет? Каждый день делайте так. Отпивайте небольшое количество вина из бокала. После этого со словами «Да, бабушка, ты была права, я становлюсь бабушкой». И чуть-чуть выливайте на пол. Или макайте палец указательный и брызгайте. Бабушка, тебе за это благодарность. Делайте так на протяжении одного месяца. Если это было вашим обещанием, которое вызвало страдания, то откупитесь. Вот нужно сделать столько, сколько раз вы переживали. Как бы бабушке отдадите долг в виде вашей... Почему вино? Потому что это как бы символ крови. То есть вы отдаете кровный долг.